Всем здорова, с вами я, Десай, и сегодня в данном ролике мы посмотрим, правда ли аукцион контейнеров такой прибыльный, и правда ли там что-то выпадает крутое, либо это просто простая выкачка денег, чтобы вы просто отдавали верты и обратно донатили, поэтому прямо сейчас ставь лайк, подписывайся. Также заходи в мой телеграм-канал, находится он вот здесь, прямо вот тут заходишь, там каждый раз происходят конкурсы, также в этом видеоролике тоже проходит конкурс. Ну и прямо сейчас вот такая вот я, конечно же, черепаха, иду на аукцион, здесь вот моя, так сказать, любовь. Вов стоит Лия, которая сегодня нам будет помогать, за нее отдельный респект. И можете написать в комментариях вот в такой позе, что бы вы с ней сделали. Так, это у нас, кстати, хороший, смотри, какой контейнер Трансгрант. Давайте посмотрим информацию о контейнере, что здесь может выпасть. А текущая ставка всего 70 тысяч. Голд Грант, это уже какой-то золотой контейнер, скорее всего, не знаю. Давайте посмотрим, сколько начальная стоимость, так как чем больше начальная стоимость, тем, в принципе, больше можем получить с этого контейнера. Ну, давайте сразу поставим ставку там 90 тысяч. Опа. Копарт какой-то, говорили, что это самый крутой контейнер. И да, он стоит 1 миллион. Давайте ставим 2 миллиона, тогда посмотрим, что тут, как вообще получится. Что выпадет с этого крутого кейса. Наверное, он крутой, просто мне говорили, что какие-то кейсы тут крутые. Это Санчел Ладен, это какой-то германский, немецкий. Слушай, давай его тоже проверим. Я не знаю, спавнится ли, в каком количестве не спавнится. Какая редкость у этого контейнера. Давайте его тоже проверим это. Так, смотри, смотри, первый контейнер, значит, у нас выпало Мерседес, который стоит там вроде лям, типа кабанчик, не кабанчик. В этом что нам выпало? Приора, как-то такое себе. Так, в голде, что нам выпало в голде? Аксессуар лягушка, шляпа лягушки. Здесь что нам выпало? Вау! Audi R8, нет, это реально Audi R8, вот это вот то, что нам выпало. Это реально хороший контейнер. Go-Part, или Co-Part, как он там называется. Давайте доедем до еще одних. В принципе, смотри, и по вот этим всем контейнерам, что могу сказать, вот этот, который был здесь, такой германский, немецкий, здесь реально что-то из него годным выпадает. Трансгрант, ну, не очень на самом деле, даже если за него торговаться как-то, но он так себе. Вот который Go-Part был, или Co-Part, короче, как-то называется вот это. Там реально мне выпало Audi R8, которая стоит нормально, либо даже это Audi TT, но она стоит больше 6 миллионов, я точно думаю. Я сейчас это делаю на тестовом сервере, и если вы будете играть на своем сервере, опять же, да, вы не попадете на тестовый никак, ну, только если будете снимать видосики, как я. Вот, то есть здесь, на этом сервере, нету конкуренции. На других серверах, повторюсь, опять же, там есть конкуренции, и они будут стоить гораздо дороже. Кстати, вот, смотри, выпал у нас, кто? Копарт, опять Копарт, вот он, Копарт реально крутой, поэтому нужно его вылавливать. И давайте посмотрим, может ли там что-то выпасть крутое с этого Копарта. Еще контейнеры у нас появились. Ну ладно, нам самое главное, вот эти Gold Grant, я понял, что там выпадают аксессуары, только аксессуары, поэтому они, в принципе, нам не интересны. Делаем прямо сейчас, давайте сделаем ставку, ну, в 2 миллиона. Да, давайте, не, в 3 получилось поставить. Мне реально хочется посмотреть, чтобы, ну, допустим, тут даже в этот Копарт, мне кажется, будут ловить не за 3 миллиона, а за 12. А может, за 50 миллионов, за 40, не знаю, посмотрим. И, в принципе, прямо сейчас давайте скажем нашему куратору: открывай, давай, аукционы, вот эти заканчивай. Здесь выпал аксессуар, так, аксессуар рюкзак. Здесь что выпало? Приора! А, какая-то, слушай, редкая приора, да? Далее едем, 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 трансгрант успеваем, надо все встретить. Четырка выпала, которая стоит, ну, так себе реально. Gold Grant, я понял, что там просто аксессуары выпадают, да? Подожди, крылья? Крылья вы... Ну, нет, они дешевые, 9 тысяч стоят, наверное, где-то так. Трансгрант, что у нас выпало? Жигули. И дальше, что у нас тут есть? О, вот это, кстати, хорошая машинка выпала. С немецкого, слушай. Получается, смотри, у нас есть Copart, Go-Part, или Copart, как это... Короче, есть такой контейнер, дорогой самый, он самый редкий, наверное, будет. Есть еще немецкий контейнер, с которого тоже может что-то выпасть. И Трансгрант, ну, Трансгрант выпадает, но там эконом-класс, как мы поняли. Но с эконома-класса тоже есть крутые машинки, на самом деле, реально. И даже там может быть что-то крутое, вот я серьезно говорю. Давайте вот прямо сейчас, вот ты ставишь лайк, а давай, знаешь, что сделаем? Вот есть Трансгрант. Транспорт, да? Ну, транспортный аукцион, контейнер. А есть еще промокод. И промокод этот называется DESAI. Вот такой промокод вводишь на любом сервере, получаешь себе вот такие плюшки, а конкретно это Гелик G65 AMG GT. Также получаешь себе 30 тысяч и випку Сильвера на неделю, где можешь получить много всяких плюшек, так как он у тебя дает крутые возможности, добавляет крутые возможности. И также помимо этого вступаешь в мой телеграм-канал, там проходят конкурсы, и в данный момент проходит конкурс на 10 тысяч доната.
и тачку на моем сервере 23. Ладно, едем дальше. Вот этот контейнер, вот этот вот именно Шаншелла, короче, вот это вот, оно очень хорошее, реально. Вот этот контейнер реально что-то может дать. Я просто в афиге был, когда машинка там выпала нормальная. Но она типа выглядит круто, я не знаю насчет ее цены, наверное, 1,5 миллиона, может 2 миллиона. И сколько оно стоит? Подожди, давай еще раз шиншиллу вот эту посмотрим, сколько стоит начальная ставка. Но опять же, понятное дело, что это не играет роли, так как на каждом сервере разная экономика. И 500 000. Так, слушай, если он 500 000 стоит, то скорее всего за этот контейнер будут отдавать... минимум 7 лямов. Ну что, прямо сейчас говорю, Лия, открывай. И прямо сейчас на ваших глазах открываются все вот эти контейнеры. И мне интересно, что будет с шиншиллы. Давайте вот так как-нибудь встанем. Что выпало? А, выпала та же машина, кстати, прикольно. Слушай, машинка. Далее едем. Уйдите все в эти уведомления. Далее едем. У нас выпадает что? Здесь выпадает... BMW M5, наверное, в кузове трешки. Тут Матис выпал. Кстати, с этого контейнера Матис выпал, я даже не знал. Здесь что у нас выпадает с Гопарта? Гопарта выпало что? Kia? Kia Rio или Kia там какая-то еще? Скин выпал, кстати. Смотри, какой скин выпал у нас. Но такой себе на самом деле. Ну, эти контейнеры там тоже скин какой-то выпал. Но они какие-то уже неинтересные. Ну и в принципе, прямо сейчас я понял, что из себя представляют все контейнеры, какие конкретно выгодные. Выгодные — это вот эти шиншиллы, которые не знаю с какой вероятностью появляются. Gold Grand, ну реально там какой-то хлам выпадает. Не рекомендую его открывать, как бы на ваше усмотрение, но не рекомендую. Гоупарт, но слушай, там выпадает комфортный и премиум класс, поэтому не знаю насчет этого контейнера конкретно, может тебе повезет, что-то будет крутое, а может не крутое, поэтому тут смотри на свой страх и риск. Но опять же, этот самый крутой контейнер, и может реально тебе повезет, и ты получишь себе какую-то Феррари, либо Ламбу. Ну там опять скин выпал, но в принципе может что-то быть крутое, реально, что-то я просто помню, Железный Человек кому-то выпадал, либо Человек-паук, что-то в таком роде. Трансгранд, ну да, тут опять же эконом-класс, полностью эконом-класс, как мы поняли, с шиншиллы, тут аксессуары с шиншиллы. Шиллы хорошие, выпадают машинки, реально. Тут выпадает что? Оружки? Подожди, что это? Аксессуар какой. Кстати, аксессуар. Вот с этого контейнера реально что-то может упасть крутое. А, далее идем сюда. Гоупарт. Гоупарта выпал Матис, кстати. Это такое себе. Ну и в принципе вот так вот. Так получается. Блять, ну чуть сдвинься. Что-то меня перекрыло. Вот я ж тут сам себя чуть подальше. Ну ебать, ну нихуя, если в камеру пошла. Нет, ко мне поближе, туда вот. Не туда, а тут другой. Ебать. Да, короче, туда. Ну и в принципе, я вроде как понял, как работают эти... Лия, что с тобой? Что-то с ней не так. Ну и в принципе, почему я не хожу на эти аукционы, почему мне как-то лично не нравится. Если опять же вам понравится, мы сделаем прям... нормальный разбор всех аукционов, что с чего выпадает, и тогда будет конкретно понятно, нужно тратиться на этот контейнер определенно, либо же нет, потому что сейчас, если мы говорим о серверах, где вы, допустим, играете, опять же, это я сделал все на тестовом сервере, здесь нет конкуренции, но если вы будете играть на каком-то своем сервере, то за аукцион, за какой-то контейнер, вы будете давать достаточно много денег, то есть там не будет начальной ставки, вы будете давать это, может, лямов 7 минимум, где-то так, то есть 3-7, и это минимальная ставка, там может больше быть. Насчет вот этих аукционов, не знаю, как по мне, есть что выпадать, есть чему выпадать, допустим, та же самая Audi выпадает, и вроде как мне поступала информация, что с этих аукционов контейнеров выпадают эксклюзивные машины, которые не купить, и либо получить может только с кейсов, поэтому, в принципе, все на ваше усмотрение. Ну а с вами был я, Десай, подписывайся на телеграм-канал, где выходит конкурс, и в данный момент активен конкурс на 1000 донатов. Ну а с вами был я, Десай, и Лия, и всем удачи, всем бай, увидимся в телеграм-канале и в следующем видеоролике, пока, лапка!